Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, очень рад вас приветствовать на нашем канале «Домашний зоопарк». Сегодня я хочу вам показать обед совместный нашего котика и воробушка. Давай, давай, Джекан, доставай, доставай себе кусочек. Вы любите смотреть эти видео, я знаю, по вашим комментариям. Вам очень нравится наблюдать за этой парочкой во время обеда. Потому что действительно это такое интересное зрелище. Воробей, в принципе, должен быть сам едой для кота. Но у нас воробей это личный диетолог у Рико. Чтобы Рико не скушал лишнего, воробей вот у него лишнее заберет. Вот так, в ухо ему полушка сучек спрятать хочет. Ку-у, гляньте, что это такое, ребята! Это... Ну надо ж, кринди-бобель, выхватил кусок, это вообще, это нечто, он соскучился за ним, он его целый день не видел, но не мешай Рико кушать, Джек, не мешай, иди тоже кушай, не надо, не разрешаю, все, иди кушай, иди давай кушай, быстро иди кушай. Хочу еще что вам сказать, у нас вчера был большой-большой-большой эфир, считай мы, наверное, почти полтора часа общались с людьми, с нашими подписчиками на Одноклассниках. Очень много людей смотрело. Такое было интересное общение. Вам хочу сразу презентовать, что мы потихоньку будем выкладывать, резать на кусочки и будем выкладывать по частям этот эфир. Интересно, люди делились своими, ну, хвастались питомцами, рассказывали, как их питомцам живется, у кого кто живет. Там одна женщина... Вообще, мать-героиня назвала, однокомнатная квартира у них, овчарка, потом кот, сын и муж в однокомнатной квартире, представляете, живут. Поэтому такой интересный был эфир, и вскоре он начнет появляться. Это я вам так рассказываю, пока вы смотрите за этими кадрами. Джек, ты не голодный, ты просто соскучился за Рико. Не надо, Джек, не надо, я тебе дам... Не прыгай на Рико, пусть мальчик кушает. Кушай, лучше занимайся тоже. Ничего, скоро время немножко свободного у меня будет. Я ему буду шить другой костюмчик, такую жилеточку ему пошью, легенькую, чтобы просторненько в ней было. И тогда Джек будет сидеть на спине, и Рико он будет не мешать. Тогда будет нормально. Просто сейчас времени нету, мы, кто может... Не знает, там мы рассказываем иногда, мы учимся, в принципе, сейчас в школе в Испании, хотим испанское образование получить, и поэтому у нас экзамены вот пора, и не до этого, скоро каникулы будут, и тогда всем займемся. Так, Джек, дай ты ему поесть, вот негодяй, а? Я тебе дам, что ж ты за птица такая противная? Рикуша, не-не-не, я не тебе, кушай, кушай, мой мальчик, иди кушай, Рикушенька. Что, накушался уже? Я не дам ему на тебя прыгать. Я тебе, Джек, дам. Я тебе дам, проказник. Ешь им спокойно. Ну ладно, давайте будем на этом прощаться. Всем пока. До новых встреч. Не забывайте подписаться на наш канал. Также на наш канал на YouTube. Тоже называется он «Домашний зоопарк». Найти его легко. В поисковике набираете «Домашний зоопарк» и ищите такой канал. Все, всем пока и всего самого наилучшего.